Гречка, овощи, фрукты и мясо подорожали в Магадане. Повышение цен на продукты питания в магазинах областного центра связано с сезонным оборотом урожая и предложениями поставщиков. Во избежание кризисных ситуаций региональное управление Федеральной антимонопольной службы ежеквартально контролирует стоимость продуктов на местных прилавках. Специалисты Магаданского УФАС России мониторили цены в городе с 1 апреля по 31 мая. В областном центре отмечен не только рост, но и снижение стоимости некоторых продуктов питания. Так, например, масло сливочное подешевело на 2% в связи с изменением цен у поставщиков. По результатам последнего мониторинга мы отметили, что на ряд позиций произошло снижение, ну а на ряд, соответственно, повышение цен. Снижение мы наблюдали на молоко питьевое, а повышение связано прежде всего на плодово-овощную продукцию. Ну, в принципе, это объяснимо, это сезон, это повышение носит сезонный характер, оно всегда наблюдается весной и в начале лета, то есть до того момента, пока не поступит на прилавки новый урожай. В случае выявления необоснованного завышения цен на перечень социально значимой продукции, региональное управление Федеральной антимонопольной службы владельцу торговой точки может вынести крупный штраф.